Апрельский снег в Севастополе – результат вторжения фронтального арктического холода. Он пришел на смену южным воздушным массам, из-за чего всего за сутки столбик термометра опустился с 17 до 3 градусов тепла. Как пояснили специалисты из Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подобные погодные явления для Севастополя не уникальны. В первой декаде они периодически наблюдаются. К примеру, в 2004 году, 3-4 апреля, шел снег. Температуры ночные понижались даже до 6 градусов мороза. Дневные не превышали 3 градусов тепла. Но холод, судя по прогнозам, задержится в Севастополе ненадолго. И жители нашего города уже в ближайшие дни могут рассчитывать на потепление. Сегодняшнюю ночь мы ждем 3-5 тепла. Ночью будет смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Завтра температура повысится уже до 9-11 тепла. И до конца недели ночные температуры останутся в тех же пределах. И в дневные часы при прояснениях температура будет повышаться до 13 градусов. На следующей неделе ночные температуры, как ожидается, повысятся до 5-7 градусов тепла. А днем столбик термометра поднимется до 11-13 градусов с отметкой плюс.